Приветствую, друзья! Вот у нас будет долгожданный вебинар 23 июня в 20 часов по московскому времени, на котором вы получите, почему мы раздражаемся и как снизить на раздражительность, находить себе хорошее настроение и как управлять своим организмом. Потому что вебинар называется вообще-то по сути «Как не зависеть от своей раздражительности и настроения окружающих». Это очень важный вебинар, потому что мне часто задают вопросы, как, например, сделать так, чтобы эти приемы по методу ключ давали максимальный эффект. Я вот задаю вопросы, а вы понятие дозы используете там? А вы действительно по критерию максимальной комфортности и простоты для себя подбираете индивидуальные приемы и упражнения? А вы действительно используете понятие последействия, то есть момент истины? И действительно подбираете синхронизирующие действия, которые настолько синхронны вашему текущему состоянию, что снимают стресс автоматически? И что вы сразу переходите в состояние такого мозгового санатория, где быстро восстанавливаете свои силы. И поэтому меньше раздражаетесь, потому что раздражительность, это зависит, но вы узнаете все на вебинаре. И самое главное, там шкала стресса виртуальная, которая поможет каждому индивидуально не только оценивать свое текущее состояние по уровню напряжения, но и регулировать его, потому что основано на биологической обратной связи. И динамику своих практических результатов сможете определять. Поэтому, друзья, жду вас на вебинаре. И выходите там в Zoom, который будет там сброшен во время трансляции. И пользуйтесь этим, потому что там можно задавать волнующие вас вопросы и получать сразу развернутые ответы. И вообще сама процедура общения на этом вебинаре является очень большим тренировочным моментом для снятия нервно-мышечных зажимов, раскрепощения и включения у себя навыков уверенности общения. Да, и вот такой обаятельности и магнетизма, который иногда мы видим в кино у любимых наших актеров. Да, вспомните хороший фильм, вспомните, какое прямо море обаяния у главного героя, который нам полюбился. И вот так будет у вас, когда вы этого захотите. До встречи, друзья. И все вопросы по вебинарам, пожалуйста, пишите только на электронную почту. До встречи.